Ты будешь сколько раз? 3 или 4 посмотрим. Если он меня расстроит. Ну вот у меня сейчас было 50 было, стало 60-70. Так себе осталась одна крутка, по сути. Ну, 1-2 крутки, да. Ну, в общем, хочу ржавый подбить и газик. Вот а если его будет нахидовская лампа? У меня сгорит. Я вообще не понимаю, не представляю, на кого ее. Ну, с Харозу вроде можем. Ну, я так смотрел. Не, я церемониальные мемуары не променяю. Не, ну это да. Тут некоторые фиолетовые пушки лучше голдовых. Ну так у нас кто еще? Понятно. Когда он мне нужен был, он не падал. Сейчас он мне уже, в общем-то, не нужен. Так, это не смешно. Я пришла вообще-то ржавый покрутить, камон. А что происходит? Ну и коротко о моей удаче. Может, сейчас вторая голда будет. Может, их две будут. О, ну хоть ржавый, спасибо. Хоть что-то. Там, наверное, те, кто убивался за эту сигму Нахиды, сейчас меня проклянут, но мне насрать. У всех свои приоритеты. Меня она продинамила. Ну, тебя до фула, так же, как меня когда-то. Меня она мало того продинамила до фула. Мне выпал сначала волчья погибель. Как мне потом тогда? Потом мне выпал лук, угу. И только потом мне выпала лампа. Вау, это последняя Наэль. Ну вот, теперь у тебя есть архонт. Отлично. Слушайте, все, я лутнула по одной все, что хотела. Ну, в принципе, наверное, все. Осталось Нахиду убить. В жопу Нахиду не хочу. Я странная, я понимаю, но как-то вот нет. Норм. Это последнее созвездие. Если не ошибаюсь. Ну и все, все остальное уходит на торта до первой голды. И он либо приходит, либо не приходит. А потом, видимо, я жду Аята. А сколько у тебя накручено там? Нисколько, у меня какоми. Вот. Что самое смешное... Вот он коршун был только что. Ну, повезло. То есть на 20-ю крутку пришла голда. Это у меня как на твин аккаунте тут это. Да. Это, видимо, потому что, знаешь, какая-нибудь... Ага, она долго не крутила. Ей надо что-нибудь дать, а то больше опять не будет полгода крутить. Ну, вот как-то так. На твин аккаунте набралось парочку круток и решил их крутануть. Да на твине. Баннер крутанул. Охренеть, на твин аккаунте. До этого выпало Нилу, ну просто так. А теперь выпало Нахида. Я в шоке, чтоб не на основном аккаунте так везло. Еще и Бенд. Прекрасно, просто. Вот реально, на основном аккаунте так не везет, как вот на твиновском. Просто накопил сейчас 10-ку, решил крутануть. А, ну еще не появилось, да.
Вот, Нилу 4 крутки назад, ну, 20 круток назад. Сейчас что-то на хит выпало. Охренеть. Я еще такой думал, крутану и это. И такой тут про себя крикнул. Нилу, ой, да, Нахида. И... Ой, я в шоке, просто в шоке. Я просто в шоке. Моя очередная попытка выкрутить лампу Нахиды. Опашница ты, а? Ну, тебя до победы. Угу. Да, баннер оружейный тебя прокатил. Оружейка тебя прокатила по полной. Да. Ну, видимо, у меня скамен прям до этого самого гаранта. Ну реально, это уже какая? У меня было 25 оставалось. То есть остается уже 15. Ну, короче, реально это вот. Ну, вот. Это получается Г70. О. Ну, чуть меньше. 65, 66, 60, 67, по-моему. Нет. А не 70? 70, 77. Уж прям дожало. Ой. Очки проигрывать уже было нельзя. Это да. Да я вот думаю, ее имею крутануть пару раз. Не знаю. Это лук даже для нее выпал же. Есть, да. Угу. Ее я уже два раза пытался выбить. И а то она сейчас с таким этим темпом меня уйдет на четвертый реран. Да опять ее запихну, блин, с каким-нибудь Архонтом. Архонтом, да. Он когда будет выходить какая-нибудь или еще что-нибудь. Ну через год, не знаю. То что ее, ее постоянно пихают. Ну, неудачно, да. Она оба раза была после Кадзухи, которого все очень ждали. О, рыба. А вот там тоже, видишь, и Кадзухи, и Клея в этом году. Очень... Ну, год обоих не было. Все на них потратили, она была после него. Время действительно было неудачное. Ну и последний. Ну, видимо, увы. Я прохожу сюжетки и так далее, но уже вряд ли. Опять Razer. Ну, у меня он уже... А, ну, по идее, не он помню. Тебе должен собраться, потому что, по-моему, последний раз, когда мы смотрели, он у тебя был C4. Байду. Байду кэшбэк, Razer еще нет. Возможно, mm-hmm. собрался. Грац. А, я забыл, кто? Ну, ей а, Razer. И Razer у созвездия. А, да, фу. Ну я там читал, он вполне себе такой, почти как Сайна. Ну все.
Падай! Не падай. Что-то одни пушки. А, Беннет. С9. Ладно, С8. И все, и меня. Нет, ну, блин, нет. Не жду делка. Спасибо. Ну, как бы. Да. Грустненько. Рейзер тоже у меня уже, по-моему, С какой-то там. Я решил покрутить по одной крутке. Выйду? Да. Ну это практически... Это 69-е. Нет, какой 69-е? У меня было 50. С тобой открутил еще две. Это стало 60. 70. 80. Это 79. У меня уже, кстати, не первый раз на 79. Как бы. А у тебя должен быть 55? Или ты чуть-чуть достал? Нет. Это выигрыш. Потому что последняя у меня была Нахида. На третий раз, наконец-таки, я ее выдал. Ей чуть-чуть придется подождать.